Героями не рождаются. Под таким девизом в Бурятии прошел фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств. В масштабном спортивном празднике приняли участие более 500 атлетов различных федераций Бурятии. Подробности далее. Фестиваль посвятили герою России Алдару Циныржапову, первому и единственному в истории страны моряку, удостоенному звания героя. Он был такой же, как и вы. Ничем не отличался. Простой бурятский парень. Спасибо вам за память о сыне. Вы уже совершили свой первый подвиг, когда переступили порог спортивного зала. Когда тяготы, пот, боль поставили на первое место от соблазна где-то потуситься, где-то погулять. Показательные выступления ведущих спортивных организаций Бурятии прошли сразу на нескольких площадках. Да и боксеры, борцы, самбисты, каратисты, ушуисты презентовали свои дисциплины. Увидеть их пришли более 2000 болельщиков. Пожалуй, главным блюдом для изголодавшихся по зрелищным поединкам улан-удэнцев стали бои профессиональных спортсменов. Матч о встрече России и Монголии утолил аппетиты всех желающих. 8 поединков по правилам киокушинкай карате, боевого самбо и смешанных единоборств ММА. Первый свой поединок выиграл каратист Вячеслав Черков. Победный настрой продолжил боевой самбист Жаргал Жикжитов. Я готовился на чемпионат России по самбо. Потом ездил на Кубок России по, ну, это военных, среди военных. Везде весь гонял, терпел, вообще все. Наконец-то, ну, уже можно нормально и покушать, отдохнуть, расслабиться. Далее в клетку вышли бойцы ММА. Эрдем Жикжитов и Алексей Аранзаев закончили поединки в свою пользу. Одну из ярких побед вечера одержал комбат-самбист Алдар Буданаев. Правда, в одном из моментов спортсмен из Монголии Торбояр чуть было не лишил Алдара шанса на победу. Зарубиться хотел, не знаю, больше попасть, наверное, как бы. Так, друзья, встречайте. Второй раунд такой был. Как бы, сам чувствовал, что туда-сюда можно было дать. Хотел нагнать, чтобы второй раунд тоже забрать. Поэтому пропустил там маленечко. Сам полез, сам напоролся, как говорится. Точку в спортивном противостоянии двух стран поставил Баира Салханов. Триумфатор вечера одержал победу над соперником Томуленом. Единогласным решением судей. Я очень доволен этим турниром. Организация просто на высочайшем уровне. Молодцы. Министерство спорта. Турнир ничем не уступал нашим современным лигам Fight Nights, ACB. Очень все красочно. Все мне понравилось. Лишь в двух встречах из 8 победителями стали спортсмены из Монголии. Алексей Турубов, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус».